Тульский завод светопрозрачных конструкций стал лауреатом премии «Тульский бизнес» номинации «За высокое качество и сервис». Награду генеральному директору компании Тимине Зотовой вручил руководитель проекта «Премьер», представитель клубного дома «Пушкин» Андрей Антоненков. Могу сказать, еще один тяжелый год не был помехой для профессиональной команды ТЗСК. Мы в этом году выросли и будем развиваться дальше. Мы отметили наше десятилетие. Мы запустили второй цех, что позволит нам уже к марту 2023 года превысить выпуск продукции в два раза. Поэтому, знаете, несмотря на весь негатив, который был, мы всегда смотрим на все позитивно. Что желаю и вам. Удачи нам всем в следующем году. С наступающим. Спасибо большое.